Перед началом этого видео я бы вам рекомендовал подписаться на канал Путешествия на Huawei RGD. У него сейчас 80 подписчиков. Пиарю я его из-за того, что у него сегодня день рождения. Что он, собственно, снимает? Он снимает электрички, поезда дальнего следования, сапсаны, ласточки, трамваи. Также выкладывает видео от других каналов. В основном от Ярослава Кисловодского. Также он снял парад метро. Снимает поезда на Октябрьской железной дороге и на Ярославском направлении. Также он снимает видео в Trains 12 на ПК. Сборник информаторов. Иногда делает стримы. По ОМСе 2. Также он снимает поездки. Снял несколько видео на Киевском вокзале. Также поездки на трамваях. И также он сделал мини-сборник поездов Курского вокзала. Плейлистов нету. Ссылок на канал нету. Описание канала есть, но оно небольшое. Думаю, чтобы подписчиков у него было больше, ему надо сделать хотя бы несколько плейлистов. Вот. И давайте ему добьем 100 подписчиков хотя бы под конец этого месяца. Поэтому в конце ролика вы можете перейти на его канал и нажать на кнопку подписаться, чтобы наконец добить ему 100 подписчиков. Ну а мы переходим к просмотру нашего видеоролика. Длинные вереницы стоят автомашины.
сколько денег, кошмар, а сколько всяких затрат. И между прочим мы заметим, что у многих небольшой оклад. Зарядил и без очереди влез. И теперь у него всегда в порядке. На ходу его скромный, простой, восьмиместный Мерседес. Уважаемая личность, потому что он приемщик торсырья.